В Анапе пункт приема заявлений находится на первом этаже здания городской администрации. Он будет работать до 4 сентября с 9 до 17 часов в будние дни и с 9 до часу дня в выходные. Для того, чтобы написать заявление, необходим паспорт. Гражданин сообщит сотрудникам городской избирательной комиссии примерный адрес, по которому он будет находиться в день выборов. Ему подберут ближайший избирательный участок и выдадут специальный талон. В списке избирателей на данных участках будут внесены соответствующие изменения. В пункт приема заявлений могут обратиться те граждане, которые зарегистрированы на территории муниципального образования город-курорт Анапа и проживают здесь по месту жительства, а также те люди, которые находятся здесь и знают, что в день выборов будет находиться на определенной территории в Краснодарском крае. Если избиратель, несмотря на то, что написал такое заявление, ему дали отрывной талон для возможности реализовать свое избирательное право, и у него изменились планы. Этот избиратель приходит на избирательный участок, где он включен в списки избирателей по месту своей прописки, по месту своего жительства. И его также включают в дополнительные списки, так как он уже был исключен из списков избирателей на основании этого заявления, и реализует свое избирательное право по месту своего жительства.